Песня написана неизвестно кем очень давно, и, по-моему, она все-таки Большому Брату посвящается, ГРУ, самой древней разведке, мощной нашей военной. Но мы ее пели на нарах, сидя в этих казармах, в Балашихе. Эти люди военные ходят в форме так редко, в орденах появляются лишь в особые дни, их работу нелегкую называет разведка. И нечасто до старости доживают они, их работу нелегкую называет разведка. И нечасто до старости доживают они. Эти люди военные любят петь и смеяться, и грустят, как гражданские, а любимой своей только часто приходится им с Москвой расставаться. И все реже случается обнимать сыновей, только часто приходится им с Москвой расставаться. И все реже случается обнимать сыновей. Эти люди военные, каждый славы достоин, и пускай имена их в строгой тайне хранят, доказали не раз они, и один в поле воин, доказали не раз они, и не ради наград, доказали не раз они, и один в поле воин, доказали не раз они, и не ради наград. Эти люди военные ходят в форме так редко, в орденах появляются лишь в особые дни, их работу нелегкую называют разведка. И нечасто до старости доживают они. Ну вот, это тоже спецвыпуск, я подразумеваю.